подозрительная лягушка. Всем привет, ребят, с вами Happy Aqua Games. И сегодня будем дарить моему другу... Она на меня как-то странно. И сегодня будем подарить моему другу один подарочек. Так, готов? Давай, готов. Давай. Такой, что-то тут не так, лягушку подарить мне хотят, да? Да, не знаю. Не то положила, сорян. Готов? Ты еще даже, у меня ты еще ничего не положила, можешь извиняться. Готов? На счет три. Раз, два, три. Нравится подарочек? Ты же хотел райд. Вот на. Смотри, у меня лучи. Вау! Три обезьян... А, четыре. Зачем ты их полезил? Потому что они какие-то... Ерьян. Короче, давай запринимай. Такой, за 6 секунд приму, да? Прям читер. Вот, бери. Нравится? Радуйся. Ребят, ну и на этом я заканчиваю. Не забывайте подписываться, писать писать комментарии, ставить лайки, нажимать на колокольчик. Я вас всех очень сильно люблю. До скорой встречи и всем пока! Всем привет, ребят, с вами Happy Aqua Games. И сегодня я решила своему другу подарить крутой подарочек. Так, ребят, я ему хочу подарить каких-нибудь 5 томчиков. Вот он стоит. Так, и кого бы мне ему подарить, ребят, я даже не знаю. Блин, я без понятия, кого бы ему подарить, ребят. Я не знаю, сейчас поищу, может быть, кого-нибудь найду. Что бы ему подарить такого крутого? Давайте подарим ему одно яичко. Думаю, он не против будет. Так, что еще, ребят? Давайте, пожалуй, ему гуся подарим. Я не знаю. Это маленький подарочек, но все же. Ой, вышли из дома случайно. Давайте синюю собачку. Хотя не, ребят, давайте лучше туканчика подарим. Так, ребят, его инвентарь, вот туканчик. Туканчика давайте дадим. Обратно зайдем в домик, а то как-то вышли. И кого бы еще. И давайте, ребят, еще дадим ему какую-нибудь машинку. Давайте вот эти сани. Так, посмотрим на его реакцию, ребят, мне интересно. Я не знаю, почему у меня не заходит домик. У меня игра заглючила вроде. Да. Ребята, написал my god. Так, не за что. Спасибки. Ну, не за что. Ребята, это мой лучший друг, а мне для него не жалко. Не за что. Ребят, вот такое видео. Сейчас я ему, наверное, еще что-нибудь подарю, какие-нибудь машинки. Давай, прими трейдик. Ну что ты? Ну, прими трейдик. Он спрашивает, еще, ребят? Ну да, еще. А что не так? Так, ребят, и чтобы ему еще подарить. Давайте подарим ему, пожалуй, вот эту белую штуку. Давайте, белый скейт и ролики еще подарим. Надеюсь, ему понравится. Так, еще давайте какого-нибудь маленького питомчика, но все же. Так, ребята, кого бы ему еще подарить? Так, ищем, ребят. И кого можно найти? Вот давайте обезьянку ему еще дадим. И кого бы еще, ребят? Или что еще? И давайте сейчас поищем кое-кого, ребят. Так, чтобы нам поискать, чтобы найти крутое. Такс. И еще что бы подарить, ребят, я даже не знаю. Вроде бы все, но мне хочется последнюю вещичку какую-нибудь дать. Давайте вот эти очки в виртуальной реальности, наверное, я подарю. Да, вот, на, держи. Ребят, я надеюсь, он рад. Так, посмотрим, что ты написал. О май гад. Не за что. Все ради тебя. Давай, соглашайся. Ребята, не соглашайтесь на трейдик, не знаю почему. Ой, он сердечки написал. Ребят, куда он уходит? Ну, он согласился, ребят, ну окей. Надеюсь, вам понравилось видео. А вы не забывайте подписывать, ставить лайк, писать комментарии, чтобы не пропустить мои следующие видео. Я вас всех очень сильно люблю. До встречи и всем пока!